Всем привет! Мы сегодня не едем далеко, а мы идем на канатную дорогу. Итак, в 1953 году для обслуживания большого трамплина на Воробьевых горах по проекту инженера Гали был построен канатно-кресельный подъемник. На подъемнике длиной 340 метров было две станции – возле смотровой площадки на Воробьевых горах и на набережной. После демонтажа прежней канатной дороги началось изведение новой к чемпионату мира по футболу в 2018 году, задача которой являлась связать Лужники и смотровую площадку на Воробьевых горах. Открытие состоялось в 2018 году 26 ноября, но пользоваться стали чуть позднее. Вот эти кабинки называются гондолы, восьмиместные гондолы с четырехместными креслами. Длина по склону 720 метров, два участка, три станции. Перепад высот 60 метров. Кабинки оборудованы аудиогидами – английский, немецкий, русский и китайский. Кабинки зимой могут быть смонтированы в места для лыж, а летом для велосипедов. Гондолы можно оперативно добавлять и убирать с линии. Всего было закуплено 35 гондол, две из них – VIP. Конечно, это все стоит посмотреть. Очень красивый вид сверху, особенно на Москву-реку. Нужно сесть на Воробьевых горах, прокатиться до Лужников. Можно выйти на Лужниках, погулять там и обратно по этому же билету вернуться на Воробьевы горы. На участке номер 2 зимой еще и четырехместные подвесные кресла, ну, которые, естественно, используются лыжниками. Для тех, кто приехал в Москву на экскурсии, я предлагаю включить это обязательно в свой список экскурсий. Это очень интересно. А также здесь существуют льготы. Не забудьте зайти в описание, забрать промокод на однодневную экскурсию от магазина путешествий.